Здарова, дружище! Сегодня мы с тобой посмотрим видос под названием «Я обещал, я сделал». Видимо, Закатун похудеет, я ему завидую, но да. Он стоит на бургере. Да, я так и знал. История поведает о жизни непростой. Нахуя эти блогеры продолжают лезть в рэп? Не трогай наш рэп. Как бросил кушать булки, питаюсь я травой. На бутермаши в тостер, калориев импостер. Ты без меня не выживешь, забей на этот постер. Построим тебя лучшего, я мамин инженер. Бока немного свесим и добавим тут размер. Я бляшка по сосуду, я... Бляшка по сосуду. Ой, блядь, зачем реп? Да тебе не буду. Однажды оторвусь, и вот тебя уже и тю-тю. Стопэ, ты не начальник. Хочу я тот купальник. К лету я избавлюсь корни, от тебя, вайбы, от кеда, сальник. Свободен от желаний и порхаю словно птица. Но что мне делать с пиццей? От... Мне отдай. Я не собираюсь худеть. Я положим, пригодится. Да, еее, вот это рэпчага. Кринг Полиц передает привет. Попытка хорошая, но рэп не надо. Всем привет. Блогеры. Чуть меньше года назад на моем канале вышел ролик про одного жиробаса. Про меня. Про меня? А. В нем о, я... соточка! Я тоже недавно был соточкой. А лайк. Обещал вам похудеть, и у меня получилось. Не так сколько хорошо, как весишь? Хотелось бы, но все 94. Же. О результатах вы узнаете в конце ролика. А... Ах ты сука, скип. Пока ладно. Что я расскажу, чего мне это стоило. И да, в конце будет небольшое объявление. Я со 110 похудел до 80, до 77, по-моему, недавно. То есть ты можешь посмотреть видео, наверное, 2 года назад, у меня было 110 килограмм. Охуеть. Приятного просмотра. Для начала должен сразу вам признаться, я понятия не имею, каким образом смог похудеть. Ведь, как известно, для этого, ну... Ой, блядь, выебывается, я не знаю, как похудеть, все ты знаешь. Нужно иметь дисциплину и самообладание. А я даже со своим холодильником ну, вот разобраться не могу. То же самое у меня. Слушай, мы уже давно не виделись. Я беспокоюсь. Отстань, пожалуйста, я работаю. Но ты уже полчаса ничего не ел. Обычно я прихожу к холодильнику, а не он ко мне. И в надежде открываю его бесконечно, надеюсь, что там рано или поздно появится что-нибудь вкусненькое. Думаю, один бутерброд не повредит. Да-да-да. Прошу, да-да. Не заставляй меня. Я дал обещание. Ну же, не плачь. Это всего лишь бутерброд. Что в этом плохого? Соблазнительный я сказал нет! Как ты с холодильником, он же дает тебе жизнь. Ты не оставил мне нет. выбора. Нет. Нет. Да, это просто адовая жиза для меня. Адовая жиза. Вообще, ходят слухи, что в стародавние времена я и сила воли дружили друг с другом. А ведь кто-то верит в эту фантастику. Нет, в каких-то моментах я и правда могу проявить чудеса выдержки и дисциплины. Например, когда сливаю пятую катку в доте подряд, я не психую, а спокойно встаю, задвигаю и стул и тихонько ухожу в соседнюю комнату. Но в большинстве случаев мне все же очень трудно себя пересилить и начать делать что-то. Вот кто из вас может сказать, что у вас сильная сила воли? Вот напиши прямо сейчас в комментах. Скажи я. И почему ты так думаешь? Мне прямо очень интересно. Я потом почитаю, лайкну комменты. Что-то полезное. Хотя, думаю, так у большинства людей происходит, верно? Да. Да? И я ведь не один тут. Ну, у меня, по крайней мере, да. Итак, с чего? Я ленивейшая скотина из всех скотин. Более ленивых скотин, чем я, не бывает. Я своего рода лидер ленивых скотин. Что, по-вашему, начинается похудение? Естественно, с правильного приседа на ой, то есть с правильного питания и физических нагрузок. Но, разумеется, каждый из этих пунктов не хотел так просто мне даваться. Правильное питание не обязательно. Обязательно просто, вообще по-хорошему, нужно просто обеспечить дефицит вонючих калорий. То есть, если у тебя потребление больше, чем потрата, то ты будешь толстеть. Ничего там такого нет. И не обязательно кушать правильно. Я худел, поедая в Макдаке. Это прям без рофлов. Я заказывал еду в Макдаке, заказывал еду в КФС и нормально и похудел. Так что просто не жри много, и все будет хорошо.
Начну с питания. Во-первых, я узнал, сколько примерно калорий должен съедать в день, чтобы стабильно худеть. Во-вторых, благополучно забил на это. Ну, если ты весил сотку, то, наверное, ты еще... Сложно! Сложно! Да, я так же. Я не для этого стройкой по математике школу заканчивал, чтобы снова что-то считать. Наконец-то. Свобода. Эй, чепушила! Говорят, у тебя планы на отдых имеются. Да, вон аттестат прячет. Жиза, говно хлобучим его. Погнали, конечно. Может, договоримся? Как насчет футболки? Что за футболка? Это реклама! Люблю рекламу, здорово. Лайк, но... Я потом зайду по ссылке, и ты также делай. Если кто-то дает рекламу, обязательно нажимай на ссылочку в описании. Ты помогаешь блогеру кушать. Поэтому я решил сделать проще. Заказать еды из сервиса по доставке правильного питания. Но спустя 2 недели понял, что мои деньги тратятся гораздо быстрее. Я тоже, короче, пытался заказывать здоровое питание. Есть такая штука, которая привозит тебе здоровое питание на дом. Она такая невкусная, капец, ты ее жрешь. И чувствую, что просто из тебя выходит жизнь, и ты умираешь. Тебе приносят, ты хочешь поесть что-нибудь мясушка? Какой нахуй огурчик, засунь его себе в жопу, блядь, я мясо хочу. В этот момент я понял, что здоровое питание и я несовместимы. И чем калории. Я, конечно, миллиардер, но отдавать по 900 рублей в день за свою лень был не готов. В связи с чем было решено вспомнить все, чему меня учили. Потревожить свое давно забытое прошлое. Блять, человек-сосед, так вот как ты нахуй выглядишь. Надо мной закату доказывается же. Заебал закату, хватит бить по земле, это тебя худее не сделает. Которому обещал больше не возвращаться. В свое время я успел заморать руки. Диплом повар-кондитер. Потроха. У меня есть знакомая, тоже повар-кондитер. Ненавидит готовить после этого. И тесте. Да, кто еще не в курсе, по образованию я повар-кондитер. Но, знаете, наличие... Так поэтому ты и пухлый, а хули? Пауэр-кондитер. Образование не особо помогает справиться с ленью и отвращением к вареным овощам. А куриная грудка под конец первого месяца стала больше напоминать картон. Блин, я подумал картошку. Какой-то вкус странный. Я уже обрадовался. Да? С чего бы это? В итоге я понял, что не справлюсь с такой ответственностью. Ой, я только заметил, у него на заднем фоне зал нарисован. Либо просто сойду с ума. Я решил просто убрать вредные продукты из рациона. Все сладкое, мучное. Во, вот это нормальная тема. Ты ешь Моргенштерна? Знаете, стало действительно проще. Да. Вроде и калорий меньше съедаю, но при этом не особо пострадал вкус самой пищи. Да, так, да, да. Так, значит, проблема вот питания решена. Что дальше? Ах, да, физические я нагрузки. Я тебе потом скажу, как похудеть в конце этого видео. Прям конкретно расскажу гайд. Прям четкий, он точно работает. Если кто не помнит, прошлый год был... не самый лучший. И спортивные залы это тоже не обошло стороной. Извините, вы сейчас работаете? Нет, у нас карантин. У моей камеры тоже карантин. Ёб твою мать! Парень, подкачаться хочешь? Ну, вообще, да, зал работающий ищу. У меня есть то, что тебе нужно. Тренер? Парочка эспандеров, скакалка, протеин. Мне бы чего позав... Ты хочешь похудеть, поедая протеин? Интересная тактика. Забористей. Ну, только для тебя. Держи абонемент на йогу. И о, что, йога помогает? Тема. Конечно. Вот мои фотки до. Беру. Чтобы заниматься дома, я даже купил себе Nintendo Switch в комплекте с игрой, где нужно бегать и приседать, держась за упругое кольцо. Прикольно. Но все же мы понимаем, что это было просто поводом купить Nintendo Switch. Nintendo а в Switch зал хорош. Я все-таки пошел, сразу как они открылись. И на этот раз решил даже личного тренера нанять. О, у меня тоже сейчас с личным тренером занимаемся, это как раз самое оно. Он составил мне план питания, программу тренировок и, как настоящий профессионал,
профессионал подбадривал меня и заряжал мотивацией. Жми! Еще! Еще! Да в моем кадыке больше мужественности, чем в тебе! Вчера бабуля звонила, просила передать, что ты слабак! Давай, с**а! Давай, за спецназ! По крайней мере, это помогало... Типичные тридера и мой батя. Прости, пап, я не хотел тебя огорчать тем, что я слабый. Лучше, чем все эти мотивационные ролики и книги. Шучу, если что. Пап, не ругайся. Только захотеть, и у вас все получится. Нет ничего невозможного. Все зависит только от вас. Да, я смогу обязательно. Да. Я тоже начну, ага. Да, с понедельника. Я тоже. В зал я хожу до сих пор и буду продолжать это делать, пока не похудею до определенной отметки. Так а сколько сейчас-то? А на данный момент я вешу барабанная дробь. Сколько, 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 сколько? Ставим ставки. Давайте, кто ближе будет, тот победит. Я ставлю ставку на 87. Бои! Да, 90, бои! Чё ты как-то... Я тебе сейчас расскажу, как худеть. Рабас. Ща но будет. Уже не настолько. Получается, похудел примерно на 10 килограмм. Могло быть и лучше, конечно. Если бы не эти чёртовы выходные. Всю неделю сидишь на диете, пашешь в зале, а потом у какого-нибудь друга случается день рождения, на котором много вкусной и жирной пищи. Ой, а да, на следующий день ты снова стоишь на весах и ненавидишь себя. Слабак. Кстати, да, я да, так да, часто встаю на весы последнее время, что даже дочка стала за мной повторять. И теперь почти каждый день взвешивается. Как мило. Уже 11 килограмм вешу. Снова потолстела. Запись этого ролика не означает, что я закончил. So fucking cute. Блин, что я скажу? Значит, давайте расскажу гайд. Как худеть? От человека, который похудел на 30 килограмм за год. На самом деле так сильно худеть не надо, так быстро, потому что это как бы вредно. Но у меня это неосознанно было, то есть я этого не контролировал, я этого не планировал. Туториал, как похудеть. Первое. Убираюся нахуй все чипсы. Чипсы зло. Ты их ешь и ты гнида. Не ешь чипсы. Второе. Не ешь сладкое. Вообще урежь. Ну то есть сладенькое урежь по максимуму. Можешь немножечко добавить, если тебе прям пиздец коптит. Потому что как бы сахар, который ты потребляешь, это наркотик. Не нужно полностью его вырезать сразу, но нужно его уменьшать потихонечку. Не парься. Вначале будет очень трудно. Потом будет проще и проще и проще. Сахар это наркотик, как я сказал. И он всеми силами будет заставлять тебя продолжать его поглощать. Просто уменьши. Если ты очень хочешь сладкое, скушай утречком его. Утречком можно. И еще второй лайфхак. Если ты очень кушать сладкое хочешь, бери овсяное печенье, бери две овсяных печеньки и ешь его вот так потихоньку, потихоньку. Вот как мышка. Так. Вот так вот, выпил чайку, Понял, да? Это точно работает, потому что пиздец. Если ты будешь есть его обычно, ты ёбнешься. С кефиром хорошо еще. Вот, я его с кефиром всегда ем. Я хорошо кушаю с кефиром печеньки, если прям очень хочется. Далее, если ты очень хочешь пить, пей воду. Постоянно пей воду. Если хочешь кушать, пей воду. Если хочешь пить, пей воду. В принципе, пей воду. Вода это ты. Ты это вода. Почувствуй себя водяным, русалкой и все. Вода это очень важно, потому что она обманывает твой мозг. И ты считаешь, что ты поел. Частенько. Если ты очень хочешь поесть, попей горячую воду. Чай вырежи. Чай не супер хорошая вещь, в принципе. Чай лучше, в принципе, не пить. Лучше пить воду. Но, как бы, если очень надо, то можно. Фруктовые салатики. Фрукты — это круто. Фрукты — это ништяк. Если ты очень хочешь какого-нибудь сладенького, тоже фруктики можешь скушать. Далее. Кушай мясо. Кушай мясо, причем желательно вареное. По максимуму возможность, по возможности, урежь жареное. Просто урежь. Вместо жареного пиздата заходит в духовке. В духовке хорошо. В духовке вкусно. В духовке тепло. Вот. А жареное параша. Фу-фу-фу. Не надо. Выпечку тоже лучше вырежи. Почти всю. Но не всю. Но немного. В результате ты как бы вырезаешь сладкое, вырезаешь выпечку и чувствуешь... А, и чипсы. И чувствуешь себя прекрасно. А, да. Колу, колу нахуй, сразу колу и сахар, нахуй. Вот в первую очередь колу и сахар. Выкинь, уничтожь, аннигилируй. Все.
А, да, еще спи вовремя. Спи вовремя, это важно. Когда ты спишь плохо, у тебя вырабатывается больше жира и больше желания жрать. Спать правильно тоже нужно для похудения, потому что худеешь ты в первую очередь во время сна. Насчет сахара и фруктов. Да и нет. Сахар и фрукты, глюкоза и фруктоза — это похожие элементы, но не одинаковые. Во-первых, в фруктах меньше концентрация этой самой фруктозы, она меньше откладывается, в принципе. И, что более важно, ты дохуя фруктов не съешь, у тебя зубы отвалятся. Поэтому, в принципе, все нормально работает. Они похожи, но нет, не одно и то же. И между шоколадкой и этим яблоком лучше выбрать яблоко, всегда. Вот так вот. Вот, собственно, это точно работает. Если у тебя совсем чувствуешь себя хорошо, бегай. Вот, если ты хочешь совсем максимально, купи эллипс и бегай. Если тебе трудно бегать, ходи. Я когда худел, ходил что-то там по 15 километров. Музыку в уши и пошел. Тебе никто не нужен. Никакие друзья, никто. Просто иди вперед, к счастью, к цели, и все. В скором времени ты похудеешь, и все мальчишки и девчонки будут твои. Дерзай, точно говорю. Очень быстро. Вот, если хочешь еще метаболизм разогнать, кушай чаще. То есть меньше, но чаще. То есть если ты хочешь покушать 3 раза, но помногу, не надо. Лучше подели на 5 раз, но по чуть-чуть. Я надеюсь, тебе понравилось, надеюсь, тебе было интересно. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. И пока, на этом все. До скорого, удачи.